Стас Пьеха на грани. Трагическая весть потрясла страну. Певец Стас Пьеха попал в больницу, об этом он рассказал в своем микроблоге. Пьеха опубликовал видео из больничной палаты. Ролик, правда, уже удален. Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей, двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны, цитирует певца одно известное издание. Позже артист опубликовал в соцсети пост, в котором уточнил, что у него острое респираторное заболевание. Сейчас делают все тесты и прохожу квалифицированное лечение. Мое состояние у врачей не вызывает беспокойства, двигаемся по врачебному плану, сообщил Пьеха. В 2020 году певец заразился коронавирусом, болезнь сопровождалась пневмонией, рассказывал Пьеха в интервью журналистам. По словам артиста, лечение длилось две с половиной недели, после этого он пил витамины. Считаю, что отделался не то, чтобы легко, как могло быть, говорил Пьеха, отмечая, что после болезни у него просел иммунитет. Успех влечет за собой напряженный график выступлений и гастролей, часто для так называемого поддержания сил многие артисты используют алкоголь и вещества, даже если раньше не представляли их в своей жизни. Что уж говорить о таких, как Стас, пострадавших зависимостью. Соблазн и доступность в мире шоу-бизнеса вернули Стаса к старым привычкам, зависимость вернулась. Начались срывы, которые закончились инфарктом, который Стас пережил в 34 года. Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна. Для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру, выкинуть все, что у меня осталось. Вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость, рассказывал позже в одном из интервью Стас Пеха. В этом году после ослабления ограничений, связанных с пандемией, Стас вернулся к концертам с гастрольным туром, выступал в разных городах России, в том числе и Кирове и Ижевске. Кстати, сам певец переболел новой болячкой, но, к счастью, без осложнений и последствий. Также в начале года Стас презентовал релиз нового клипа на песню «Гордость», главную роль в котором исполнила актриса и модель Ирина Кобзева. Стас успел принять участие в шоу «Маска», и его имя не раз приходило на ум жюри и зрителям шоу, зрители неоднократно высказывали предположение, что именно он скрывается за «Маской». Неваляшки, а судьи подозревали его персону под «Маской крокодила». 25 апреля в номинации на «Выбывание маска» была сброшена. Неваляшкой был Стас, он рассказал, что последнее выступление далось ему особенно тяжело из-за обострившейся аллергической астмы. А еще недавно Стас Пьеха поразил публику своим новым образом. Он выставил свое фото с усами, и обритой нагло головой. Поклонники раскритиковали певца, сказав, что в этом образе Стас Пьеха выглядит значительно старше своих лет.